Наверняка даже самые невнимательные и ненаблюдательные люди замечали периодически валяющиеся на земле металлические детали в виде буквы «Ш» или «Е», в зависимости от того, как посмотреть. Большинство людей даже не догадываются о том, откуда взялась данная деталь и зачем она нужна на самом деле. Что же это за загадочные железяки такие? На самом деле все предельно просто. Однако для лучшего понимания придется ненадолго вернуться в советскую эпоху и вспомнить о том, что представляли из себя старые, в том числе еще и черно-белые телевизоры. Одной из важнейших деталей в старом телевизоре был силовой трансформатор. Он состоял из медной катушки, сердечником и набора удерживающих пластин. Рано или поздно телевизор приходил в негодность. Некоторые граждане просто выбрасывали продукт высокотехнологичного производства, в то время как другие перепродавали телевизоры скупщикам старья или же разбирали их на детали самостоятельно. Собственно, последним занимались и сами скупщики. Ради разбора техника искупалась. Больше всего их интересовал как раз тот силовой трансформатор. Телевизор разбирался на детали, трансформатор снимался с платы, после чего разбирался на составные части. Интересовала, конечно же, медная катушка. Она раскручивалась на проволоку, после чего медь сдавалась в пункты приема цветных металлов. На одной катушке было точно не разбогатеть. Однако, если разобрать 25-50 телевизоров и сдать их в утиль, можно было получить немаленькую копейку за свои труды старьевщика. Причем же тут загадочные детали в виде буквы «Ш»? При том, что это и есть как раз одна из тех самых стальных, удерживающих пластин для медной катушки. Крепление собиралось из множества таких «Ш», после чего на него нанизывалась катушка генератора. Так как сталь в таком малом количестве не представляла интереса для старьевщиков, они просто выбрасывали пластины, в результате чего они оказались в большом количестве на улице, попадая подчас в самые непредсказуемые места.